вдохновение есть отвага, свое бесстрашье, даже удальство. Без этого поэзия – бумага, и мастерство – тончайшее мертво. Но если ты у боевого всяка, поэзии увидишь существо, которому к лицу не плащ и шпага, а шарф и веер более всего. То существо, чье мужество и сила так слиты с добротой простой и милой, а доброта, как солнце, греет свет. Такой встречей можешь ты гордиться, и перед тем, как навсегда проститься, ей посвяти последний свой сонет.